Тут, 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 тут. Здесь могла быть твоя реклама, ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Глеб Акула. Я сегодня снимаю немного в другой обстановке. Я очень давно не укладывала ролики, у меня их очень давно не было, где-то 5 месяцев. Все дело в том, что даже не было просто темы для видеоролика, и не было и желания что-то снять. Да и просто все откладывал, откладывал, и вот так 5 месяцев и прошло. Вот. Спасибо всем, кстати, у нас 111 подписчиков. Вот. И я решил ввести на свой канал новую рубрику. В общем, я начал увлекаться игрой на укулеле, и эта рубрика так и будет называться «Путь изучения игры на укулеле». В этой серии роликов я бы хотел просто вам показать процесс, как я буду учиться играть, как там буду ездить на курсы. Ну, я на курсах буду учиться. Вот. И просто мой прогресс в игре. Может быть, вы что-то полезное для себя найдете, а может, вам просто будет интересно посмотреть. Вот. Ну, и сначала хочу сделать мини-обзор такой на эту прекрасную укулеле. Это укулеле фирмы BVC, по-моему, так читается, вот. Размер тенор. Почему я взял именно тенор? Дело в том, что сопрано и концерт, размеры укулеле, они такие более писклявые, если так можно назвать, вот. И мне это надо, моя цель вообще научиться играть на акустике, а потом уже, ну это прям вообще на электрогитаре, в общем. И я решила начинать с малого, освоить. И так как у акулеле размера тенор, у них звук максимально приближен к гитаре, к акустике, то я решила взять именно тенор. Да и по виду она очень красивая и такого, ну, среднего размера. Вот. И еще потому что сопрано я видел там на сайте, где заказывали, там были вообще модели пластиковые. И, ну, это прям совсем детские. Вот. Тут 4 струны нейлоновые. Вот. 18, по-моему, ладов. Я не знаю, если вот это вот последнее считается за лад, то 19. А так вот до сюда 18. Вот. Колки вот такого черного цвета. По-моему, да, пластиковые. Ну, не знаю, может, внутри у них железо, но снаружи они пластиковые. Вот. Это первый ролик, такой вводный. Так как до курсов у меня еще достаточно много времени, то сейчас я вам хочу просто показать, что я научился самостоятельно. Изначально вообще у меня, я думал, что играть смогу сам, все научусь. Я думал, что и на гитаре, и на электрогитаре смогу сам играть. Но потом понял, что в принципе ничему такому самому я не смогу научиться, поэтому мне надо курсы. И вот это вводный такой ролик, и я вам покажу, что я, в принципе, сам научился. По крайней мере, я научился держать укулеле. Вот. Что еще? Ну, и небольшой такой бой, прям просто, чтобы понять. Вот. Тут даже я лады не зажимаю, никакие аккорды, просто вот. Пытался там научиться по видеороликам на ютубе играть какой-то перебор, но что-то у меня не очень получается. Короче, вот. Все, чему я смог научиться самостоятельно, по роликам там, да и вообще, это только зажимать три аккорда. Это А, АМ и С. Все. И как правильно, в принципе, держать укулеле, укулеле. И как держать палец там прибоя, как играть. Вот. Также я попробовал какой-то свой бой придумать. Ну, я не думаю, что вы будете меня сильно критиковать, потому что я сам, в принципе, вот только буквально вчера начал что-то там заниматься, учиться. Thank you.
как-то так. Ну, в общем-то, это все, наверное, что я смог сам освоить, чему я смог научиться. Я с нетерпением жду курсов, потому что очень хочется поскорее начать уже учиться нормально играть. Так как я понял, что самому будет очень тяжело. В комментариях, вот кто захочет, может написать, умеете ли вы играть на каком-нибудь музыкальном инструменте или играть на укулеле. Мне будет интересно почитать. Просто, может быть, мне ни одному эта тема так интересна. Вот. И это будет реально такой путь, мой путь к цели, к изучению. Возможно, потом будет рубрика «Путь изучения игры на гитаре», потом на электрогитаре. Ну, я надеюсь, такое все-таки у меня будет на канале когда-нибудь, возможно. А пока вот. Ничего не обещаю, но я планирую поснимать влоги с курсов, то есть как я там доезжаю до туда, может, какие-то фрагменты поснимаю немножко. Ну вот, как-то так. Так что пока что на укулеле я многому не научился и многое не умею. Вообще ничего. Ну, как-то так. Это получился достаточно короткий ролик, потому что многого говорить тут я не буду, это всего лишь вводный, первая часть пути изучения игры на укулеле, и все. Кстати, если кто-то вдруг по моему ролику захочет, ну, просто тоже купить себе укулеле, играть, то кому интересно, то есть из какого дерева сделано укулеле, там, сайт, не знаю, модель, то пишите в комментарии, я вам отвечу. Потому что сам я этого всего не знаю, это мне надо будет лезть на сайт и читать описание. Вот. Ну, в принципе, это, наверное, все, что я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр этого... Всем спасибо за просмотр этого ролика. Всем пока.